Всем привет, с вами Павел, и мы продолжаем проходить игру Battle Chasers Night War. Я тут, помимо записи, пробежался по пару данжен. Сделал небольшие апгрейды себе. И прокачал наших персонажей. Сделал им плюс 1.5 уровня. Теперь они у нас все 18-го. Вот, тут даже какие-то эти появились дополнительные, можно поставить. Тут ничего нельзя. Шесть. Четыре, восемь очков. 8 сюда может зайти. Вот так вот. И мы продолжаем проходить могильную вахту. Точнее, начинаем ее проходить. По традиции героический уровень сложности. В темном лесу виднеются древние надгробия и склепы. Могильную вахту постигла участь всех южных дебрей. Здесь бушует буря, движимая невидимой силой. С каждой вспышкой молнии воздух электризуется все больше. Ну что ж, посмотрим, что это за могильная вахта. Предполагаю, что нам будут встречаться какие-то новые монстры, какие-то скелеты, зомби и что-нибудь в этом духе. Но все это пока вилами по воде. Так, могильная вахта. Так, дорога только-то одна. Господи, ничего не видно. Какой-то дождь, гроза тут. Могильная вахта. Да, сотни верных солдат Веруса спят здесь мертвым сном. Неудивительно, что Дестер направилась сюда, чтобы воскресить мертвых. Дестер поэтому явилась сюда с клинком, чтобы возродить солдат армии Веруса? Полагаю, что это так. Но есть лишь один способ это выяснить. Найти артефакт. Какой? Клинок? Или нет? Какая дорога вниз. Окей. Что-нибудь еще есть тут? Помимо спуска в склеп. Туда не дают. Ладно. Туда так туда. Угу. Уже вижу скелет. Кости тряс какой-то у нас теперь новый. Ночной волколак, мышь, ночноглаз. Так, ну что ж, давайте бахнемся для начала. Кто у нас тут самый страшный, интересно? 18-20 уровни. Кошмар. Тяжело, чувствую, нам будет в этом подземелье. Так, насмешка. Всех агрем на себя. Да ты что? Что это было? Хорошо. Лака будем бить. Направим все свои силы на него. Попробуйте так. Не страшно. Хотя замах у него был. Ого, какой. Так. Давайте-ка по мышке. Хотя нет, лучше по нему. Хо-хо, да что это? Хорошо.
Так, 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 так. Надо добить его, я думаю. Меньше народу, больше кислороду. Так, действие закончилось, насмешка. Давайте еще раз. Так, вот здесь храм проворности еще поблизости. Так, сейчас, по-моему, по всем жахнет. Поэтому надо убить, пока есть возможность. Ничего себе! Так. Что-то орешь все. Какую-то подготовку делаем. Так, давайте-ка заботу сделаем. Немножко всем ХП восстановим. Так, и у нас есть мана. Ой, как хорошо. 903 крита. Значит, у скелета где-то 900 жизней получается. Неплохо, неплохо. Тем, кто станет тому свидетелем настоящим, я утверждаю и подтверждаю, что все содержимое этого документа является истинным, корректным и юридически состоятельным для всех территорий, регионов, других участков суши и измерений, как уже найденных, так и потенциально обнаруженных в будущем, в рамках допустимых законом, учитывая разногласия при определении понятия «закон» в зависимости от культурных особенностей и политических убеждений, способных стереть границы юридической состоятельности, особенно в случае дестабилизации преступным элементом, возможности разумного объединения допустимых и, более того, логически детерминированных смысловых нюансов, написанных, подписанных, скрепленных печатью и доставленных по адресу документов, содержащих последнюю волю покойного относительно распределения его имущества, даже в этом случае, когда онное распределение является проблематичным по причине текущего социально-экономического, ни страница оторвана, предложение остается незаконченным. Господи, что это? Лорд Труперт Гробсон, последнее наставление. Какой-то кошмар просто. Еще только юридических документов нам тут не хватало. Переключатель. Угу. Вы приближаетесь к гробу и слышите вокруг себя бесплотный голос, доносящийся сразу со всех сторон. Недальновидные смертные, вы ожидали здесь найти сокровище? Честно говоря, да. Какое нахальство! Воздух вокруг нас стремительно холодает. Ну, кто-то появится, что ли? Ой! Привет! Так, кто это вообще? Ледяной маг, ледяной маг. Три ледяных мага. Угу. Ну, честно говоря, я даже не знаю, что с ним делать. Еще ни разу не сталкивался. Ладно, по порядку пойдем. Так, жизни у него ого-го сколько. Давайте-ка тогда вот так вот булыжничком оглушим. Чтобы хотя бы какой-то шанс немножко подготовиться. А может быть даже и сократить численность. Нет, сократить численность у нас явно не получится. Заморозки.
Ого. Ого. Так. Сильные ледяные маги, а? Ладно. Так, в любом случае, пока огонь на себя вызываем. Так, пора использовать вот это. Убирать заморозку надо с нашим персонажем. Так, 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 так. Хорошо, и подожгли. И одновременно. Я уже думал, Гали настал крандец. Пока еще нет. Так, что же можно сделать-то? Честно говоря, очень сильные персонажи. Природы. Так, 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 так. Отлично. Хорошо. Так, надо полечиться. И в оборону входим. Так, у нас есть вот эта штука еще. Да, без лечения мы бы тут долго не простояли. Опять в оборону. Хорошо. Ой, хорошо. Так. Очень хорошо. Но я думаю, это был последний твой удар. И все силы сейчас мы направим на добивание. Что ж, такой затяжной бой был. Так, и ничего нам, конечно, не дали, да? Ну ладно, хотя бы опыт. Угу. Интересно, попали, не попали? Не попали. Ну ладно, хотя бы один могильщик.
с одним проще справляться. Неприятный сюрприз, готов. Интересно, он успеет этот неприятный сюрприз провести? Нет, не успел. Проклял нас. Но это его не спасло. В этот раз попали. Давайте побыстрее с мышкой покончим, я думаю. Так, вот это уже опасно. Бейка лучше наша там. Вот, 150 только. Так, способность. Касание целебное. Умрет, нет. Умрет. Я думаю, мы после этого подземелья уровень себе поднимем. Да. Костетряс лучник. Не знаю, кто такой. Ого! Что тут? С ума сошел, что ли? Вылезали тут. Любители человеческой плоти. Так. Последнее наставление, Стевос Разбойник. Я, Стевос, будучи в здравом уме и твердой памяти, делаю следующее распоряжение. Мои военные медали отходят моим детям поровну. Стоек фамильный меч отходит моей старшей дочери Евангелии. Доспех моему сыну Венге. Все мое имущество, движимое и недвижимое, моей жене Лисаль. А мою коллекцию игрушек надлежит сжечь вместе со мной, дабы никто их больше не трогал. В общем, лучше я сам их закопаю где-нибудь в укромном месте. Таково мое решение. Где-нибудь найдем и выкопаем. Мы тут прямо как Лара Крофт, расхититель гробниц. Ну, книжечка же какая-то, почему не читаем? Нет, да? Ну ладно. Чувствуется, сейчас опять драка будет. Нет. Воу! Бандит Джов. Никому ничего, я сам все потрачу, уже потратил, если честно. Чао, какао, Джов. Отлично. Так, туда не пройдем. Мышечный глаз, мальчичко. Мышей мы уже достаточно поубивали, да?
Уже видим их ХП. Так, это по всем сейчас долбанет. Надо побыстрее от могильщика избавиться. Хорошо. Так, я думаю, лучше помыть. 188 удар. У Гали все-таки поменьше удар. Так, проклятие какое-то. А вот не будем подменяться. Ну, вот так вот отравление кровотечения сразу. Ай-яй-яй-яй. Ну, тоже хорошо. Угу. Я так понял, здесь такие локации из склепа в склеп. Неприятно. Не заметил. Окей. Ой, как хорошо. А этот всю незаметность тут колдует. В принципе, мы можем его вот так вот открыть. Все начали бить бедного Галена. Так, 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 так. Давайте головореза лучше. Ой, хорошо. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Незаметность, окей. Удар прошу, а? Негодяй. Так, а давайте-ка вот так вот сделаем осколочками. А нет. Лучше добить его, потому что он сейчас будет поливаться. А так он даже не успеет походиться. Так, способности. Надо целительное касание. Мало ли нападет сейчас. А, нет, у нас же на Гале было точно. Ну ладно.
Ну что ж, ладно, зачищать будем мы в следующей серии. А сегодня всем пока.